Роман, я как раз тебя искал. На прошлом шоу ты победил своего первого оппонента, могу тебя поздравить, но, как ты понимаешь, этого недостаточно. Ты понимаешь, что Эльбара очень серьезный оппонент? Я это понимаю, ты это прекрасно понимаешь. Зрители это понимают. Он меня будет победить только в том случае, если бы от перегара задохнулся. Смотри, у тебя появилась уверенность в себе. Ну, в таком случае могу тебе представить твоего следующего оппонента. Зовут его Вадим Багров. Он работает вышибалой в местном баре, в свободное время играет в хоккей и, в отличие от твоего предыдущего оппонента, этот не пьет. Поэтому готовься.